найден и обезврежен. Автоколонна 1787 провела в Люберцах тренировку по обнаружению неизвестного предмета в салоне автобуса. В ней также приняли участие оперативно-следственная группа с кинологами и сотрудники МЧС. По сценарию учений пакет с неизвестным содержимым и телефоном сверху обнаружил водитель маршрутки номер 377 в Люберцах. Он сразу же сообщил в силовые структуры о своей находке. Уже через 5 минут после звонка к месту событий прибыли сотрудники полиции. Так проходят учебные тренировки следственно-оперативной группы, которая организовала автоколонна 1787. Подъехали экипажи, ГАИ, которые закрыли дороги, да, с двух сторон. Вот. Кроме того, значит, приехала пожарная машина, кинолог с собакой, следственная группа. Вся тренировка заняла не больше 20 минут. Специалист-кинолог, не найдя взрывного устройства, передал эстафету эксперту. С дознавателем они зафиксировали данные и внесли их в протокол с места происшествия. Василий Викторович, ну, значит, по сигналу об обнаружении подозрительного предмета в автобусе отработано, группа отработала, кинолог отработал, подозрительного ничего не обнаружено, взрывных веществ и устройств тоже не обнаружено. Предмет изъят, можно снимать оцепление. Наблюдавшие за ходом тренировки полицейские отметили слаженную работу всех служб. Стоит отметить, что подобные антитеррористические учения в Люберцах проходят каждые 6 месяцев. Мария Кузьмичева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.